Вот этот потрясающий отечественный смартфон – настоящая находка для человека, который хочет завести себе хороший, качественный, но при этом очень бюджетный смартфон. Стоит он всего 3999 рублей. Дешевле я представить себе не могу. За эти деньги можно купить разве что средненький телефон, но никак не смартфон. А это действительно качественное устройство. Я вам сейчас все докажу, потому что просто говорить может каждый. Смотрите, здесь, значит, все просто. Здесь у нас матовая специальная панель. Матовая крышка, она не царапается, она не пачкается, и за счет этого цвет выглядит намного ярче. Есть белый, есть голубой, есть оранжевый, есть желтый и черный. Выбирайте тот, который вам нравится больше. Дядя Юра, тот самый любимый ведущий программы «Спокойной ночи, малыши», выбирает себе черный, жене оранжевый. Лично мне нравится бирюзовый. Бирюзовый – это мой фаворит. Друзья, звоните, заказывайте, оплата только при получении. Напоминаю, если вы успеете заказать его во время прямого эфира, вы получите еще и сумочку, чехол, кошелечек в подарок. Есть такая потрясающая вещица, вот она у меня в руках. Это и сумочка, вот с такой вот ручкой. И кошелек, и сразу же здесь можно и телефоны хранить, и смартфоны. То есть, ну, все, что хотите. Все просто, удобно и понятно. Если успеете заказать во время прямого эфира, получите сумочку. Цвета, кстати, есть разные, так же, как и у телефона. Друзья, ну а теперь давайте посмотрим, что же здесь у нас. Как же это все выглядит, когда находится в коробке. В каком виде вы это получите. Итак, вот такая коробка. Простая, удобная, яркая достаточно, в меру яркая. Итак, друзья, давайте посмотрим, есть ли в ней смартфон. Открываю. Есть, друзья, посмотрите, это же High Screen Easy F. Голубой цвет, бирюзовый, как сказал сегодня Александр. Сегодня у нас было много гостей, друзья. И сегодня многие отмечали, что это действительно качественное устройство, что это действительно хороший смартфон, что он при этом стоит недорого, но все функции в нем есть. Все нужные функции, все основные функции смартфона есть в этом потрясающем устройстве. Легкий, удобный, компактный, простой в управлении. Идеальный, друзья, просто идеальный смартфон. Итак, друзья мои, давайте посмотрим, ну что, ну давайте видео посмотрим. Почему нет? Чтобы показать вам, насколько здесь хороший дисплей, запускаю для вас фрагмент видео. Посмотрите, пожалуйста, какая яркая картинка, какие сочные краски. Вот это мне нравится очень. Итак, давайте начнем смотреть уже более конкретно и детально, что есть в этом смартфоне. Итак, друзья, здесь есть телевизор, то есть вы можете пользоваться этим смартфоном как телевизором. Представьте, какая уникальная возможность есть у вас. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь есть любые каналы вы можете выбрать для себя и с удовольствием можете пользоваться ими. То есть в любое время, в любом месте вы можете включить, например, первый канал, к примеру. И вот сейчас в прямом эфире голос специальный выпуск идет. Понимаете? Тут еще есть программа телепередач. Кстати, можем свериться. Вот голос специальный выпуск. Начало в 14.00. В 14.00 голос специальный выпуск, друзья. Ну а вот 16.50, кто хочет стать миллионером. Представьте себе прямой телевизионный эфир. При этом вы получаете еще программу телепередач. Ваш карманный телевизор – это настоящее чудо. Здесь у нас есть приложение, которое позволяет экономить. Которое позволяет экономить наши деньги, когда мы хотим общаться с кем-то. Представьте себе ситуацию. Она есть у каждого. Мне кажется, знакомы всем и каждому. Знакомый ваш, друг или родственник живет в другом городе. Видите его каждый день, ну или даже каждый месяц, нет возможности. А иногда и раз в год не удается встретиться. Как быть? Можно позвонить, да, вы абсолютно правы, можно позвонить, пообщаться, но это не то. Одно дело услышать, ведь не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И у нас есть эта система. Мы можем и увидеть, и услышать нашего собеседника. Каким образом? Показываю вам прямо сейчас, друзья. Обратите внимание, вы сейчас меня видите и меня же слышите. Это же здорово, согласитесь, это правда здорово. Вам повезло, что вы можете приобрести такой умный телефон, настоящий смартфон, такой полезный и практичный по невероятно низкой цене 3999 рублей.
рублей. Но это же чудо. Итак, друзья, торопитесь как можно быстрее. Посмотрите, какое качество. Очень неплохое качество изображения. На мой взгляд, прекрасное. И это при том, что камера-то не основная. Сейчас я переключу на основную камеру, и изображение должно еще улучшиться. Вот так вот это все выглядит, друзья. Понимаете, как здорово? Понимаете, мне лично очень нравится. Мне прям нравится и качество изображения, и картинка, и звук. Все лучшее, что есть в отечественных смартфонах, есть в этом простом и доступном. И это еще не все, друзья. У нас тут много интересного в этом, казалось бы, простом, но простейшем смартфоне. Вы получаете огромный спектр различных полезных, очень полезных функций и приложений. Они, кстати, все скачаны абсолютно бесплатно. Есть возможность получить ответ на любой, абсолютно любой вопрос. Итак, окей, Google. Смотрите, что происходит, друзья. Окей, Google. Погода в Хабаровске. Он меня услышал. И вот, пожалуйста, погода в Хабаровске. Сейчас там ясно, суббота, 23:00, 4 градуса. Смотрите, что происходит, друзья. Любой вопрос, любой ответ. Просто голосом можно управлять этим смартфоном. А еще посмотрите, какая отличная фото- и видеокамера. Сейчас я еще раз ее направлю на себя и продемонстрирую вам, насколько высокое качество изображения. Кстати, рекомендую вам приобретать этот смартфон еще и с картой памяти. Для этого смартфона подойдет 16 гигабайт памяти. 16 гигабайт – это хорошо. Сразу же берите ее. Не сомневайтесь, не стесняйтесь, не бойтесь. Отличная фото- и видеокамера здесь, друзья.